Сейчас прозвучит инструментальная композиция. Она называется «Из классики». Из классики. «Утро Грига». Спасибо. Умер солитер Василий, он был как сын мне, как брат. Умер от алкоголизма, поскольку я бросил пить, а он нет. Умер, выходит он, от насилия, я, стало быть, виноват. Ставлю шестую клизму себе, придавая тело его земле. Солитер он был не ахти какой, но понятливый и добродушный. Господи, спаси его душу, Господи, храни его, Господи, спаси его душу, а не то укушу. Мною он был обучен немецкому, и не то чтобы в совершенстве, но знал. Мог перевести слово «бляйштифт», неоднозначно причем «полиглот». С его помощью в общаге не брезговали сбегать ночью. Что-то слишком много сегодня про водку пою. За водкой в ларек из окна. Это ничего не означает. А после заведующая нас допрашивала, откуда вы взяли водку, и зачем всю ночь пьяно орали песни, зачем вы ходили по этажу маршем, кто снова нагадил в душе и двери ее кабинета, кто залил рвотными массами все крыльцо общежития. Но мы молчали, и солитер молчал, поскольку он был за нас. Помянем солитера Василия, невинную жертву насилия. Господи, спаси его душу, Господи, храни его, Господи, спаси его душу, а не то укушу. А не наехала бы на меня заведующая, и солитер, наверное, был бы жив. Вывод отсюда следующий: зверя погубила она. Вообще начальству возмущаться гораздо, и кто-то из-за этого постоянно гибнет. Пусть на этот раз это был солитер Василий, он тоже человек, хоть и солитер. Ла-л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 а